بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجاي براتي سيوسترا поздравляю вас с عيد الفطر с ورزا байрамом. Просим Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы принял от нас и от вас поклонение, наши посты, чтобы с окончания Рамадана мы не останавливались поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля, чтобы не остановилось наше поклонение, чтобы мы поклонялись Создателю Рамадана, а не месяцу Рамадана. То есть, субханаллах, иногда бывает то, что люди раз в году только открывают Коран во время Рамадана, Рамадан заканчивается, опять закрывают Коран. Или на тахаджуд намазы встают только в месяц Рамадан, когда месяц Рамадан заканчивается, оставляют эти ночные молитвы. Поэтому дай Аллах, субхану ва тааля, чтобы мы в протяжении всей своей жизни могли поклоняться Аллаху, субхану ва тааля, хатта ятияна аль-якин, до тех пор, пока не встретимся с ангелом смерти. Прошу Аллаху, субхану ва тааля, чтобы принял наши поклонение нашим дуа, которые мы делали. Прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы простил нам наши грехи и вел по своей милости в рай, в джаннат аль-фирдаус, чтобы Аллах Субхану ва Тааля защитил нас от наказания ада, и чтобы в следующие года, иншаллах, мы смогли встречать этот благословенный месяц в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля и в том, чем доволен наш Создатель. رب القدرة والعزة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيك المحبة بلا شروط فيك السنة في